All right, put it on. Tell me what you hear. Dogs. Cat. Короче, я сейчас выношу этот тозик и иду с ним на лабу. Потому что чел, который лабу заказал через донат, он просто, блядь, не появляется. У меня лута. Завод кормит. Тарков — это игра, где каждого кормит своя локация. Если там кого-то кормит лес, это не значит, что этот лес будет кормить и вас. Ну, хуйня может быть, как в моем случае. Очень важно именно найти локацию себе по душе. Важно лишь, что тебе комфортно и интересно. Что, девастатор берем, наверное? Долби, 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 Никита, долби, долби. Тозик лаба, да. Аптеку, да, похуй? Бля, оружие видел, какое у меня в руках? Аптека — это наименьшая из моих проблем. Опа-на. Да ладно. Дед Мороз, бля, готовит подарочки. Hello, bro. Are you chill? Hello. I don't play laps that much. I don't know where I'm going. What do you have? You have pistol? No, I don't trust you, okay? No, I'm equipped. I don't trust Americans. I'm not American, though. People who speak English always betray. Okay, so you wanna fight it out? I have Toz. What? I have Toz. Do you wanna PvP with Toz? I don't wanna PvP at all. I don't trust, so we need to PvP, sorry man. You're gonna kill me, I think. I'm not sure. Да он шарит, как играть, чё он пиздел, блядь? Говорит, я боюсь, я не знаю, где я, блядь, всё он прекрасно понимает. Сука, вот если бы я ему поверил, он бы меня ёбнул. 5 урона, 188 в броню. Среди ру игроков меньше челов, которые в спину ёбнут. Тоже есть, но их меньше. Пипец, мне этот чел броню сломал. Одноразовая броня была. Я только сейчас задумался, что в Edge of Darkness подсумок дают 3 на 3. И с его помощью можно залутать из сейфа все что угодно. Неважно, что тебе в сейфе попадется, тебе хватит места. Потому что сейф тоже 3 на 3. Вон он, упырь. Так. Unlucky, бро, unlucky. Я бы с удовольствием почилил бы дальше на заводе, но очень нужен третий механик. Квесты в Таркове прямо как в фильме «Звездный десант», когда вот эту вот улитку огромную из пещеры вытаскивали. Также меня вытаскивают из завода. Мне там один процессор остался, можно мой процессор может отдать. Так, чисто из материнки вынул, в дисковод засунул, передать этому механику. Никита, закрой мне квестик, мне там один процессор не хватало. На вот тебе. А дверь багажника открыта, кстати. То есть там кто-то был. Блять. Сильно резко выбежал. Вы как думаете, пойдет он админку открывать? Блин, я не успею по стрелку от бога позицию лучше занять. У меня еще оптика не самая лучшая. Да ладно. Короче, понятно, как обычно. Да, я попал, тут просто расстояния не было. ТТВ, ТТВ. Ваши ТТВ в нике ничего вам не даст, парни. Как-то я играл почти год с ТТВ в нике. Как Нелик был, так Нелик и остался. Наконец-то в комментах Ютуба не будут бомбить. Пей, пристрелку забыл. Ее наконец-то починили, и теперь есть смысл пристрелку ставить. О, let's go, baby. Даже два нашел. Это типичный Тарков. 0-0-0-0, а потом сразу два. А ведь если прорезюмировать, у меня с тайгой и с меченкой и от таможни то же самое было. Два вайпа не мог ни одной найти. В предыдущем вайпе две тайги нашел, в этом вайпе две меченки нашел. 113 метров там было. Нахрена они 125 метров сделали? Я его еле-еле в прицел видел. Чик. О, глушилки на берегу. Ну давайте берег сходим. Дрова для костра накидали в эти ящики, сундуки. О, хоть что-то полезное высрезать.
Да ладно. А я чувствовал, что так много лута, и там будет фортишит. Вот по закону подлости, когда так много типа лута, ты лутаешь, а там ни хрена полезного нет. Но тут у меня бы была чуйка, я ничего не сказал. Ну, наитие такое появилось. Пик. А, там проблема, станаг нужен, сука. Ну это, короче, опять надо маслать завод. Псис. Висел калаш полгода, теперь будет висеть эта эмка полгода. Бля, я про глушилки совсем забыл. Пизда, это сейчас надо крюк будет ебейший делать. А, сука, что ты тут, блядь, делал? Пиздец. Только без обезбола, нахуй. Тут же игра наказала, что я без обезбола. Сука. Никого в санке нету, блядь. Пошел через какие-то три пизды, какими-то, нахуй, буряками, блядь. Нашел какого-то долб... Сука, как можно 20 минут в этом углу карты дрочить было? Ой, бля. Блядь, один, сука, рейд не на завод. У меня уже жопа, нахуй, сгорела. Ты чё, долбоёб? Да, конечно, да, блядь, да, конечно, блядь, да, конечно, да. Мне в любой игре насрать, что сильное, что метовое. Мне, блядь, вот что-то интересное, я буду этим заниматься. То же самое и с дотой. Я не могу вылезти из 2500 на том, на чем мне интересно играть. Ну все, идет она нахуй тогда. Если кто-то хочет увидеть мои страдания, блядь, пожалуйста. Ссылка в описании, десяточка, и мы 8 часов, блядь, играем в доту. В любой момент сюда может прийти чувака. Блядь, кто-то дрочит на респе. Опять. Ага. О, кажется, я понял, где он. Спать. Сегодня, кстати, гайз, фильм глянем. Хотите, скажу, какой фильм? Или пусть сюрприз будет. Короче, если кто-то купит фразу панды пивной, то я скажу, что за фильм. Я тебя поцелую. Потом. Лучше пузо от пива, чем горб от работы. Смертельная гонка, посмотрим. Около половины, 15 из 20. Уедь, блядь, математик. А, у меня скаут же еще есть. Погнали. На ручку марш. А знаете, что я хочу взять? А вы догадываетесь, что я хочу взять? Тупо каска спасла. Интересно, почему рюкзаки и ящики делаются на толчке? Ну, рюкзаки и ящики делать на толчке — это еще ладно. А вот разрабатывать игру на толчке — вот это вот уже вопросы будут возникать. А тебе нормально, блядь? Сука, уёбок, блядь, за стену мне нахуй выбил руку. Я 30-й, средний. А чё этот тип не пушит меня? На, раскумарься. На, раскумарься. I feel those goosebumps every time, yo. I need... А, он наверху. На ручку марш. Тебе пизда, ты понял, блядь? Фух, ебатери. Тяжело. Завод на... и найти станок или ходить ебучий резерв. Выбор, по-моему, очевиден, guys. Патронов нет. I have no patrons. No patrons, you know? Путь охотника, начальник завода. Ебать, за него денег дают почти лям. Серьезно?
За штурмана 19 тысяч, за решалу 100 тысяч. Ебать, а как так? Он с озвучкой еще легче, кстати, стал. Ты его теперь, блядь, услышать можешь. Да иди нахуй, блядь. Пиздец. Сосать рак! Как я его наебал, а? Ёбаный рот, там еще шлем не изучен. А, там еще и другой где-то есть. Ну, сори, меня на того уже не хватит. Стас, руки, лопаты. Что за шлем? Кайман. Полная хуйня. 154 тысячи, блядь, продать. 154 тысячи за второй класс лица и нулевой класс ушей. Пусть знает. Два юлача можно купить на эти деньги. О, кстати, а мы ж этот, не покачались сегодня. Lightweight! Yeah, buddy! Блять! Try hard or die trying. Давай, блядина! Сука! Я не закончил. Раз! Хорошо! Ебашу! Я все на ноль прокачал? Охуенно. Это просто, ну, Тарков, это же реализм, правильно? Это сейчас ноль, но в будущем много. Да, блять, ну, это пиздец. Два попадания, 267 урона. Ищем ошибки. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Будь водой, друг мой. Я вода. Если меня ебут, я превращаюсь в форму очка. Бидибим, бадабум. Чё застал? Блять, 43-й левел, кстати, явно не нубас. Парадиры, парадиры, need the balance. Тири тара, тири тири, need the damage, need the luggage. Rise once. Будь водой, друг мой, будь водой. Ты был бревном, а надо быть водой. Где тут зяблики стреляли? Ирина, себе нахуй! Ебать тайминг. Was this dangerous? Is this cactus dangerous? Таратира, таратира. I'm a Travis Scott. Motherfucker. Oh, shit. Не, ну барабаны за счет того, что сейчас, ну, метой станут ПС-ки, барабаны, я считаю, за ними будущее. Сука, бля, ты не паю, мой. Ладно. Рафлян Гослинг. My brother is dead. Бля, хочу, чтобы пандочка что-то поговорила. Чего ты сказал? Это его нога. Это моя нога. Ой. Кажется, перебрали. Ебать. Бля, нихуя себе годспот нашел. Это я чувака второго, кстати, убил там. Ебать, ну чё я, в это... 1500 урона. Бля, бедолаги в инфе запутались. Я бегу, блин, ты меня убил. Да это не я. А кто это?
Я был на первом. А кто на первом? Да я был на первом. Но я умер. А кто теперь на первом? Не я. А я на втором. А я умер. А я где? А он где? А ты где? Бля, у меня наебал. Чё, не ожидал барабан ПС-очек? Хе-хе-хе! Ну и чё? Ну и чё ты теперь там сделаешь? Сколько время? Блять. После этих ЧВКшников времени на ботов не остается. Бля, калаш пиздатый. Если одиночками тапать, вообще заебись. Ноль отдачи. Ой, бля, ой, бля.